пришел сюда безликим, чтобы с лицом уйти. Меня везет последний путь, не лимузина, катафалк. Я с улыбкой на лице, но вокруг слезы на глазах. Люби меня, сестра. Йо-йо-йо, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. Продолжаем мы слушать реакции вот этого молодого человека, который заказывает их. Спасибо тебе огроменное. Этот трек из нового альбома Куанаши Тони Раута, называется он «Карнавал». Без понятия, что здесь, но по просмотрам тут еще больше, чем на прошлом. Интроверте, да, там было 300 тысяч, здесь уже почти 500 000. Я ставлю лайк за старание, потому что Тони Рауту грех не поставить лайк. Конечно же, я подписан, у меня колокол прожат. 455 тысяч просмотров. Неплохой результат. Давайте послушаем, о чем она. Лайк, подписка с вас, ребят. И погнали смотреть. Громкость на всю. Конечно же, на все. Карнавал, Тони Раут. Блин, но мне этот альбом радует. Очень сильно радует. Просто предыдущая работа «Интроверт» мне просто настолько зашла, что я хочу еще раз переслушивать. Ну что ж, у нас «Карнавал», Тони Раут, поехали. Отлично, отлично начинает песню. Начинает с того, что ждет его впереди. Какой способ покидания этого мира ждет его. И он нам говорит, что всякое может случиться, это лотерея. Ничего не известно. И тут же можно, конечно, пролезти параллель со всем, вообще со всеми людьми. То есть никто не знает, как он покинет этот мир. И в какую секунду, и когда, и в щепки, или не в щепки, или от какой-то болезни, или от чего-то всего. То есть Тони Раут нам об этом тут говорит. Но пока что мне очень нравится вот это звучание. Эй, эй, блин, хорошо, хорошо! Тони Раут умничка, я не перестаю этого говорить, потому что ну реально талантище. Талант, вот реально харизматичность чувствуется со всех ракурсов и со всех песен. Это, конечно же, потрясно. Она придет без мейка и так просто ненарядная. Она придет, возьмет меня без спроса, ей так надо. Я расплывусь в улыбке, ну и что, что есть в крови. Я пришел сюда безликим, чтобы с лицом уйти. Ой, красиво. Это он говорит нам тут про смерть, скорее всего, потому что Куанаши это и есть вот, ну, блин, это хорошо. Это хорошо! Давайте дальше. Меня везет последний путь. Опа, давайте еще раз вот этот заходик переслушаем. Уж больно понравился. Улыбки, ну и что, что есть в крови. Я пришел сюда безликим, чтобы с лицом уйти. Меня везет последний путь, не лимузин, а катафалк. Я с улыбкой на лице, но вокруг слезы на глазах. Люби меня, сестра, запомни меня, братан. Не стоит горевать, лучше устроим карнавал. Меня везет последний путь, не лимузин, а катафалк. Я с улыбкой на лице, но вокруг слезы на глазах. Люби меня, сестра, запомни меня, братан. Не стоит горевать, лучше устроим карнавал. Ну, здесь он нам в припеве говорит очень простые мысли, что когда уйдет Тони Раут, не нужно горевать. Конечно, все равно все будут горевать, потому что Тони Раут это огромная величина в музыке, которая потерять ни в коем случае неохота. Но он нам говорит, не нужно унывать, наоборот, вспоминайте меня, танцуйте, устраивайте карнавал, не везите меня на лимузине, несите меня и танцуйте в это время, угорайте. То есть вот такой Тони Раут человек, да, вот такой вот. И припев достаточно хорош, позитивненько, но достаточно не позитивный трек, но позитивно сделанный, короче. Тони Раут так умеет. Закричит фельдшер, еще разряд готов, но безуспешно. 17:30 он запишет блокнот, как всегда наготове. У толпы зевак телефон, я планов настроил, но тут вдруг Богу стало смешно. Упаковано в черный ящик, и плевать, что тесно. Упакован настоящий, одному ведь мне спать. Этот трек заиграет на моей.
уже в ваших сердцах. Оу, щит. Просто в душу, просто в душу. Какие слова. Как он это подал красиво. Просто мы будем, он будет жить в наших сердцах. В сердцах поклонников, в сердцах фанатов, в сердцах тех, кто были на концерте Тони Раута, кто ощущал эту живую энергию Тони Раута и Гарри Топора в том числе. Потому что я реально говорю, вот сейчас стартует концерт, он с 1 апреля, если я не ошибаюсь. Если в вашем городе будет Тони Раут и Гарри Топор, 100% идите, вы не пожалеете, ребят. Вы мне еще спасибо скажете. Хотя спасибо нужно говорить, конечно, и, конечно же, исполнителям, потому что они подарят вам такую энергию. Они просто разнесут просто все там. Я более чем уверен, потому что когда я был на концерте Тони Раута и Гарри Топора, это было что-то с чем-то божественно. И вот эти слова, что Тони Раут останется в сердце, это просто от души, просто шикарно. Как будто он мне это сказал. А он сказал это огромному пространству из людей, да? Огромной фан-базе Тони Раута это сказал. Потрясающе. Просто нет слов. Просто спасибо огромное, Тони Раут. Ты огромный молодец. И ты не собирайся умирать так рано, пожалуйста. Мы ждем от тебя всегда новых работ. И надеюсь, этот момент не произойдет очень скоро. Надеюсь, это произойдет очень-очень-очень-очень через долгие годы. Потому что, не дай бог, сейчас Тони Раута не станет. Я в это не хочу верить. И, пожалуйста, хоть бы этого никогда не было. Тони Раут, карнавал, вот такой вот у нас стричок, давайте дослушаем. Меня везет последний путь, не лимузин, а катафалка. Я с улыбкой на лице, но вокруг слезы на глаза. Люби меня, сестра, запомни меня, братан. Не стоит горевать, лучше устроим карнавал. Меня везет последний путь, не лимузин, а катафалка. Я с улыбкой на лице, но вокруг слезы на глаза. Люби меня, сестра, запомни меня, братан. Не стоит горевать, лучше устроим карнавал. Ну что ж, поклонники Тони Раута, вы хотели агрессивный трек? Получайте, вот он вам, агрессивный трек с нового альбома Канаши, да? Потрясающая работа, просто какие-то невероятные впечатления она мне выдала. Эмоции я получил просто какое-то невероятное количество. Как бы работа, казалось бы, о смерти, да? Но он сделал так, чтобы я получил какую-то энергию новую. Чтобы это было не так вот он злой рэп, да, как вот старые работы, злой рэп. Здесь он сделал как-то более позитивно это. Говорит, не расстраивайтесь, все будет хорошо, потому что вы останетесь, точнее я для вас останусь в сердцах навсегда. И никуда не пропаду. И будете вы меня провожать не груща, а наоборот, всегда типа в позитиве. Как же хорошо он это сделал. Все гениально просто, и Тони Раут нам показал это. Отличный трек, и вот эта фраза во втором припеве, во втором вот в этом тексте, да, она просто идет ко мне в душу. Я не знаю, нужно тут что-то разбирать, я думаю, так все понятно, ребят. Всем все ясно. Это был Тони Раут, это был Карнавал, это был альбом, и это был трек из альбома Куанаши. Я сейчас уже сделал все реакции на этот альбом, сейчас же пойду слушать весь альбом целиком, ребят. Меня уже ничто не остановит, ребят. Всем удачи, всем пока, пишите в комментариях, на что сделать реакции. Трек Куанаши, вот эти три работы, которые он мне заказывал, получились все бесподобно хороши. Но все-таки для меня самая топовая работа из вот этих трех работ, которые я послушал, был Интроверт. Не знаю почему, но меня как-то больше зацепило. Но эта работа шедевр, и первая работа тоже была потрясающей, ребят. Всем удачи, ребят, всем пока. Заказывайте реакции, обязательно все будем делать. Всем удачи. Я пришел сюда безликим, чтобы с лицом уйти. Меня везет последний путь, не лимузин, а катафалк.